Всем привет, с вами Ильяс. Извините, что это... Короче, извините, что 10 минут, это просто я забыл активировать бандикам. Я его сейчас активировал, и вот все сейчас будет на 600 минут. Ну, сколько я хочу. Какая-то серия будет продолжаться. Конечно, это вот этот мод не маленький, я сразу вам говорю. Если хотите его за один день пройти, вы не пройдите, он большой. Не фишка, но его за один день не пройти. Ну, бонихоппером я не знаю. Ой, да. Вот кто здесь на телефоне, блин, болтал. Чушь. Давай. Нету. Ну и тогда база Black Ops была, это и хорошо, и плохо, потому что их самолет все-таки. Ладно. Он хотел перестал нести. Хочу уже достал. Окончательно. Где тут бомба лежит? Привет. Пока. Так, бомбу тут ничем, мне кажется, не изменили, я не помню. Я давно не играл, вот давно, поэтому меня не спрашивайте. А так бомба была, так бомба должна выглядеть, а? Так, план, да блин, ну где мне ее поставить, придурок? Поставь его около танка, танк нам мешает. А нет, тут сюда надо. Он ее ставить не умеет. Он ее... Да он ставить не умеет ее. Че это за хрень? А, вот так вот. Я думал, вообще ставить не умеет. За кого мы играем тут? Давай, бомбани. Ладно, понял? Взрывать. Он достал, наверное. Реально достал. Это, наверное, бочки должны быть. Какой, а? Нет, куда я иду? Не понимаю, когда я здесь все уничтожу, мне здесь делать уже нечего. Куда ты здесь проходишь, что ли, где там, блин, ебанутый? Что, ебанутый меня достал? Нифига не... Да, у меня... Что это такое вообще? Что за хрень? Чего я не могу залезть? О, пацан наш. Я Капрал, Пёрпл. Как там называть Пёрпл? Я не понял, конечно. Сначала... Привет, усатик. Я тебя усатиком буду называть. О! Так, это Black Ops? Да я знаю, что ты усатик, ты говнюк. Ладно. Я тебе его случайно вставлю. И бежишь как пьяница, не понимаю. Как они так бегают? Что за вентиляция такая? Это вообще вентиляция или что? Я не могу ее открыть. Да, блин, лучше бы, чем стрелять, сказал бы, как открыть.
долбанную вентиляцию. Так, что тут? Буду стучать. Так, нам надеть туда прыгнуть надо. Ну не прыгнут. Слизь! А я вот хотел прыгнуть. Вот пару мы. Ладно, без этого обойдемся. Так, как у меня автоматик? Я уже давно этим автоматом. Кстати, в старом для обновления вроде. Ну, конечно, его нельзя подключить, такой модель прицела. Это невозможно сломать. Так. А тут ничего полезного не было. Ничего не надо. И там я постоял ужасно. Ну, это, конечно, там аптечка, но я так потеряю весь его жилет, поэтому... Это жилет лучше. Не лучше он? Не лучше, он не лучше. Меня так быстро убьют, если я его сниму. Еще разденусь, блин. Окончательно с трусами только оставлюсь. Блин, я не могу там в эту турель... Ну ладно, просились, я же умею выходить. Вроде я бы не хоть показывал, как делать, но у меня сейчас не выходит. Я сейчас разучился. А. Я же могу бы не хопить. Что мне? Видите, могу. Только не так, что ли, я не помню. Просто попадала и турель. Так, и я вроде... Нормально. Нормально, очень, да. Нормально, когда у тебя 6 хп. Ты, у тебя нет аптечки главной. И тебе ничего нет. Кроме Что это было? Ладно. Повторим. Меня кто-то пульнул. Там же танк! Вот в чем проблема-то. Это пистолетом я тебя пожалел. У тебя есть эти пульки, да? Для потом. Нет, у тебя их нет! О, фак. Там сидит. Я тебя нахер брошу, мне не надо. Твоя помощь. Ты меня пуляешь. Roger that. Спасибо за патроны, я без патронов. Чикен? Курица? Сейчас ты сам будешь курицей. Подопытной. Ты перестань автоматики носить, братан. Потому что с автоматиками мне вошли не куры маленькие. Там пацан с дробовиком, я ему вообще поверил. Ему нормальное оружие дали. А он не может дать. Фак. Я же знал, что они пульнут, я же знал. Бежит он так. Здесь тоже. Вот здесь. И здесь тоже ничего, нифига, ничего. Здрасте. Over here. Over here. Конец здесь. Пожалуйста. Пацан, здорово. Так, все, спасибо. Rendezvous
пацан, значит, я тебя брошу, я на тебя брошу. Как это? На, пофиг. Кто-то не делает, я не понимаю. Так, то есть конец здесь. Конец где? В жопе твоей конец будет, когда я туда залезу. Блин, over here. Here. Пацан. Что это такое? Что они здесь зависят? Или это баг у меня? Или я не понимаю, что это такое. Так и надо этот, как там на стройках полазит. Блин. Что надо сделать? Не понимаю. Может, так прыгнуть вот сюда? Тут, нет, вот сюда, не сюда. Не надо, вот сюда. Пацанчик, где его автомат? Он должен автомат. Ну ладно, автомат не выдал. Не пузы. Только прыгал, я такой не прыгал и упал, сломался. Я же понял, всю суть, надо в вентиляцию залезть. Только мне, ну нет, я не смогу, потому что у меня нет этих, я не могу передвинуть, нифига. Еще хоп, грубо добавили. Вдвоем бы я с кем-нибудь поиграл, с Артуром, что ли. То, когда, помните, если, ну, короче, мы точно об этом, надо как-то что-то. Это раз скрипит, да? Дай-ка мне свою рацию, я ее ножу так бац. Ну куда убить надо все. А тебе. Это ему вообще похер на удары. Его хоть базукой. Ему похер на все. Я не понимаю. Вот если этот мод исправить, там говорили, что в нем есть еще баги. Ну, тут исправление, я говорю. Тут баги, тут же баги все-таки удалили многие, ну баги. Ну этот баг, я не понимаю, или тут надо подумать, или вот в пол залезть как-то. В пол так залезть и все. И прыгаем как-нибудь вообще-то. Да, допрыгнуть не можем. Тебе на все похер, дубина. Так, ну ладно, это все, я больше не буду снимать. Мне уже лень стало. Я буду снимать другие видео, поэтому все заткнись. Не надо говорить. Ну, дизлайк, я просто устал, сам приходи. Проходи, мне уже даже за речью я не слежу. Буду приходить, кто, я не знаю, кто пройдет, Андрюха там, я не знаю. Я потом буду снимать, когда додумаюсь. Всем пока. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам видео понравилось. Пожалуйста, поставь лайк. Потому что, ну, конечно, у меня полно лайков на одно видео. Но все равно ты должен это сделать, братан. Иначе тебе пиздец полный. Подпишись, извинись. Если ты братан нормальный, если ты братанник, баратан, иначе я не буду сериалы снимать, ха-ха-ха. Так, да блин, ну куда идти, ну я уже устал снимать, я уже спать ложусь, ладно, всем пока, спасибо огромное, надеюсь, вам понравилось, всем пока, спасибо, спасибо, пока, гудбай, все, пока.